Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Зарбабай. Сегодня мы с вами посмотрим на игру, которая называется Таник. Это изометрический экшен, где нам с вами предстоит большое путешествие в роли маленького лисенка. Мы с вами просыпаемся среди руин, и все, что у нас с вами есть, это любопытство. Мы с вами будем сражаться с чудовищами, собирать волшебные предметы и раскрывать древние тайны. Игра вышла 16 марта на компьютерах, а 27 сентября вышла на консолях. Это версия для PlayStation 5. Разработчики прислали ключик. Не было никак времени все это дело посмотреть. Только сейчас дошли руки, поэтому мы с вами сделаем такой первый взгляд, как она выглядит на PlayStation 5. Очень положительные отзывы в Steam и на ПК. Давайте начинать. Буду очень рад вашим лайкам и комментариям. Ну а мы начинаем. Всем приятного просмотра. Новая игра. А вот и наш лисенок. Так, у нас у меня ничего нет, какие-то есть две полоски, я так понимаю, это, скорее всего, наверное, да, выносливость зеленая, розовая — это здоровье. На X у нас прыжок, все остальные пока кнопки не активны. Ну, давайте смотреть. Прыгать мы тоже с вами не умеем. Что это такое? Ничего нет, ладно, пошли вперед. Непонятно, как мы здесь очутились. Так, окей, а есть какой-нибудь перевод того, что здесь написано? Нет? Ладно. У нас есть вариант либо сюда зайти, либо наверх подняться, да? Так, ну а тут тупичок. Наверное, скорее всего, надо бы зайти в пещеру, потому что нам нужно какое-то оружие. Наверху я уже вижу противников. L2 нажимать. Так, L1. Какие-то есть способности. Так, ну давайте я зайду на строчки, по ней мне надо понять, а что тут написано-то? Нет, тут как бы... Это такие игровые надписи. А, палку получили. Окей. L1. И что? Ага. На квадрат назначил. Ну, допустим. Ага. То есть у нас с вами будет три вида оружия. Так что ли получается? Пока давай разбираться, что есть. Какие-то собираем кристальчики. Тоже пока непонятно для чего. Там вроде есть, получается, проход. Так, по ударам выносливость не тратится. Выносливость тратится только на перекаты. Так, это могу как-то ломать? Нет, не могу, значит, я там не пройду. Ну, пошли вперед тогда. L2. Отлично. То есть L2 и держишь врага. Могила героя. Вот это? Так, ну открыть ее я не могу. Там явно будет, получается, меч. Ох ты, сколько тут их. Хорош. Но игра выглядит мило прям так. Такая милота. Так, ну здесь не пройти. Хотя там явно какой-то секрет получается, да? Ну давай пока здесь пройдем. Куча сундуков. Опять-таки противники. Здесь что у нас? Город какой-то. Хорошо. Ох ты, ничего себе. Воу-в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 оу.
Вот это вот опасно сейчас было. Розовые, в принципе, они опасности не представляют, а синие, получается, могут давать сдачи. Так, в какой-то город дорога сломана. Как лечиться тогда, получается? Это что? Непонятно. Хорошо. Ага. Лечение, наверное, да? Непонятно, да уж какое-то сохранение было. А, они заново все появились. Прекрасно. Так, ну я вижу уже ключик. Подзорная труба. Ну, давай глянем. Ух ты, иди твой налево. Ну тут точно какой-то надо меч брать. Сюда идти сейчас вообще не вариант. Возможно, мечом можно будет срывать вот эти вот небольшие кусты. Не точно, но возможно. Так, здесь я не пройду. Да, или пройду? Что это? Какой-то загробный мир? Здесь ничего нет. Ой-ой. Такс. Здесь, наверное, что-то надо делать. Завибрировало-то. Теперь я могу открыть ворота. Ну и чё? А, прям вот так вот. Ну, ок. Загадочное место, конечно, загадочное. А, какая-то... Это может быть мама лиса? Так, непонятно. Запечатано навеки. Вот те раз. Ну ладно, пойдем. У нас с вами есть ключ. Это единственный пока путь, куда можно будет пройти. Здесь не работает, да? Система. Я, наверное, пока их трогать не буду. Я хочу получить новое оружие. Так, прыгать я не могу. То есть я уже ниоткуда не упаду. Ну окей. Не то нажал. Хорош. Да, открываем. Могила героя. Начало пути. Как позвонить в восточный колокол? Восточный лес, могила героя, капитан стражи.
В дальних краях есть сокровище, что было навеки сокрыто от мира. Говорят, что с ним можно победить саму смерть. Угу. А как позвонить в западный колокол? Старый дом, затопленный колодец, страница 29. А, темная гробница, западный сад, страница 27. А, я так понимаю, мы сейчас на странице 10 находимся? А, экран игры. Окей. Так, здоровье, очки, понятно, выносливость, понятно, магия еще будет. Когда я устаю, удар становится больнее. Готовое снаряжение, волшебное зелье, просмотр фокусировки. Важно, выносливость, очки. Угу. Когда... Ну это, конечно, да, жесть. Ну окей, это какое-то обучение постепенно какое-то. Интересно сделана механика, связанная с обучением. Может быть, потом как-то будет все дело переводиться. А, так у меня все сперли, получается. Ничего нету? Ты смотри. Так, ну какие варианты? Можно подняться наверх, можно спуститься вниз. Так, что у нас здесь? Явный секретик, да, отлично. А, и что это? А, окей, какой-то непонятный предмет. Давай наверх. Я меч хочу найти, а меча пока еще нету. Так, ну пошли тогда сюда пока. Розовые, опять-таки, они бесполезны. От них никакой опасности не исходит. А вот синие уже это проблема, да. Ага, сокровища, опять-таки. Ну, пошли тогда вниз сходим, сейчас посмотрим, да? Потому что есть-то еще путь наверх. Тут тоже непонятно, что такое не переведено. Я так понимаю, наш друг, скорее всего, тоже не понимает этих надписей. А, не открывается. Даже вот так вот. Ну, скорее всего, наверное, да. Потом мы сможем это дело ломать. Там вообще какой-то непонятный куб. Пока никакого пути нет. Здесь пока не вариант. Карта-то есть? Нет, карты никакой нет. Ну, хорошо. Здесь пока бесполезно. Путь пока только один. Но пока игра сделана такая. Прикольненькая, миленькая такая. А, тут не пройти, тут пройти можно. Восточный лес. Ну, пошли. А, восточная колокольня. Еще одно обучение. А, L2, L1, R2, R1. Но у меня пока ни щита, ни зелий нет. Так, кувырок на X. Зажать X. Ну вот зажать X я не пробовал. И чё? Зажать X никак не помогает. Абсолютно. Может быть, надо что-то иметь? Тот же самый щит, меч. Пока непонятно. Пошли вниз. А, здесь если я это, то я уже не поднимусь. Тогда подожди. Тогда пошли наверх.
А здесь тоже бесполезно, да? Здесь ничего. Там веревка. Это будто с вами какой-то срез. Ну, тогда только путь вниз. Так быстрее перемещаться, кстати. Так, отлично. Я так понимаю, это какие-то чекпоинты, скорее всего. Опять-таки, уже ограбленный сундук. Восточный лес. Ага, колодец есть. О, новый враг. Ничего нет, да? А, ты стреляешь? Ладно, я понял. Ох, тут их много, конечно. Фух. Жестко. Блин, как же меня бьют. Могила героя, опять-таки. Так, а мне, получается, написали это еще, как как позвонить в восточный колокол. Могила героя, восточный лес и капитан стражи. Так, тут вообще... А, подожди, может, как-то можно пройти? Не, хотя... Да, наверное, можно пройти, если я бы срубил бы здесь бы этот куст. Но я пока рубить его не могу. Ладно, пойдем. У меня уже пол здоровья осталось, но, в принципе, тут-то можешь сейчас сохраниться. Так, давай пока соберем очередной листочек, да? Фокус на цели. Дай отпор своим врагам. Фокусировка и уклонение. Фокусировка и блок. Но блок это нужен щит, у меня его нет. Выносливости очков постижения. Ага. Выносливости очки, выносливости очки. Атаковать можно и без выносливости. А момент безопасности, неуязвимость. То есть пока я перекатываюсь, пыль покажет. Тогда вот момент я неуязвим. Устойчивость. Отлетаешь, сбит с ног. Устойчивость 25% ОЗ. Окей, ладно. То есть вот она, пыль. В этот момент я неуязвим. Все-таки какой-то не хватает карты, наверное, чтобы понимать точное место. Так, здесь ничего. Могила героя сюда. Ага, туда куда-то. Подожди туда. Тогда пока подожди. Надо сначала, во-первых, зайти туда. Внутрь. Сторожевой пост 2. А, ну тут я не пройду. Как ни старайся, тут я не пройду. Ладно. Но я могу залезть еще наверх, получается. Там будут другие противники. А почему я не уклоняюсь? Я же нажимаю уклонение. Да, жестко. Ну, хотя бы посмотрели на смерть. Я, получается, растерял все сейчас, да? Жестко, конечно. Она меня оживила. Но то, что я собирал, осталось или я потерял? Непонятно.
Но я туда не пойду, потому что я не справлюсь с противниками, поэтому идем туда. Могила героя. Ох ты, ё-моё. Путь к могиле героя. Пипец он. Ну офигеть. Уклоняйся. Жестко, конечно, очень жестко. Ну, конечно, палка это не особо сильно хорошее оружие. Но что-то более посерьезней. Но у меня ничего серьезнее вообще нету. И это я сейчас так сдохну. Офигеть, опять ты. Ну да, я опять сейчас сдохну. Вы серьезно? А там вообще противник жесть. А у меня нет здоровья, все, я опять сдох. Это ж тогда я, получается, не пройду. Ну да, он бьет-то по два раза, я ничего сделать не могу. То есть моя палка до него не достает. Тут вообще без вариантов получается, что ли? А как что-то так быть? Это неправильно. У меня должно быть какая-то защита. Может быть, я пошел не туда, может, слишком рано, но других путей-то особо-то и не было. Офигеть. Ай-яй-яй-яй. Может быть, хрен бы с ними? А, я так и не пройду, ничего здесь не сделаю. О! Во-во, я же говорю, они могут рубить. Ой-ой-ой, как больно-то, как больно. Чуваки, сюда. Спасибочки. Так, ну пока я бегать буду. Блин, ну я вот нажимаю уклонение, он не уклоняется. Понимаете, в чем проблема-то? Я уже убрал кнопку удара специально заранее, блин. Но я не могу ничего с этим поделать. Он просто тупо продолжает бить. И не уклоняется. Вот в чем сложность, он не уклоняется. То есть просто нажимаешь X, он не уклоняется, если ты держишь. То есть это надо куда-то прям реально уводить его в сторону. Так, ну они, получается, бьют по два раза. Уходи. Фух, жесть. Вот, восстановление, в принципе, есть. То есть, если меня убили... Как прям Dark Souls какой-то. Так, здесь ничего не сделаешь. Блин, мне реально, получается, нужен этот меч. Ну их там двое. Тут бы не знаешь, как с одним справиться, блин. Так, отлично, один есть. Фух. Так, ну вроде потихонечку научился с ними справляться. Отлично, открыли секретик. Еще бы мне понять, куда вот это вот все дело девать, то, что я тут собираю. Непонятно что. Сторожевой пост. Но мне сторожевой пост не нужен, да? Куда мне там надо будет идти? Мне нужен восточный лес, могила героя, капитан стражи. Все.
Опять-таки какой-то срез. Ага. Хорошо. Так. Часть какая-то. То есть это три собираешь части, что-то получаешь взамен. Пока непонятно что. Так, а что у нас тут? Открывай. Угу. Ну, пошли пока вниз. Самое, знаете, что радует? Что ты не тратишь выносливость, когда бьешь. Потому что если бы еще и при ударе тратилась выносливость, тогда вообще была бы жесть. Вот этот опасный товарищ, надо понять, как с ним драться-то. А, ну, в принципе, он тоже, получается, блестит перед тем, как нанести удар. Восточный лес. Ну, блин, вот проблема то, что он не уходит. Ради чего? R1, лечение. Вот это полезная вещь. Вот это реально полезная вещь. У меня хотя бы есть шанс пройти, получается, там дальше. Здесь что у нас? То есть я как раз, получается, выйду вот здесь вот, да? Пойдем. В общем, у нас, получается, есть фляжка со здоровьем. Хорошо. Это уже радует. Восточный лес, опять-таки. Да уходи ты, ну блин! Ой, ё-моё. Так, а я же здесь был, да, получается? Да, могила героя у нас там получается. Здесь можно, в принципе, все восстановить. Ну, давайте, во-первых, я выпью сейчас зелье, чтобы посмотреть, есть ли возможность восстановления зелий. Так, какая-то ягодка. Что это? Что с ним делать? Непонятно. Какая-то маска, какая-то ягодка. А, это ставится предмет. Это расходник? А что он дает? Непонятно пока. Описания же нету. Давайте, значит, R1. А, он еще не до конца восстанавливает. Вообще прекрасно. Там вроде я все прошел. Насколько я помню, у нас тут... Ё-моё, вот это да. Да, тут нужен меч 100%. Там я вроде все прошел. Ну, пошли еще раз. Непонятно, опять-таки. Описания же нету, что это за голова. Когда ее использовать? Блин, офигеть. Так, ну... Все равно получаю звездюлей. Все равно получаю звездюлей. Мне нужен меч. Я так понимаю, с мечом-то все-таки, наверное, удар-то будет получше, помощнее. Ты, может, спустишься? Это другой разговор. Хорош. Ну, блин.
Не уклоняется сразу, то не уклоняется. Так, что такое ягодка, давай. Ягодка восстанавливает здоровье, отлично. Ну что? Один удар, отходим. А по-другому с ним никак сейчас. У меня нет меча, поэтому я наношу слабенькие удары. Опа, отлично. Хорош. Так, здесь не пройти. Это, скорее всего, сейчас у меня откроем здесь ворота. Ну, для лисенка нужен 100% меч. Это просто проход. Сундуков много, проходов тоже много. О, наконец-то. Конечно, взять. Меч. Не, ну я, конечно же, буду иметь вместо палки. Палка вообще тут неудачный момент. Во! Ну вот теперь поиграем по-другому. Еще бы щит бы найти, вообще бы цены бы не было. Сначала пойдем туда за сундуком. И вот эти вот кристаллики надо куда-то девать. То есть должно быть либо прокачка, опять-таки, либо что-то еще. Но мы, скорее всего, просто не дошли до этого места. Тут есть что-нибудь полезное? Ага. Реально, сразу не поймешь. Вот что это такое? Что за голова? У меня теперь уже ее две. Тут, получается, надо как-то тоже где-то пройти. Непонятно как. Так, сразу себе сделаю тут срез. Где-то надо здесь идти. Ага. Так, а все ли тут я обошел? Давайте глянем. Еще раз внимательно. Да, вроде бы, получается, везде все обошел. Отлично. То есть здесь территория исследована. Осталось пару сундуков. Даже не пар, по-моему, один, наверное, сундук остался. Но тут надо как-то верхом идти. Тут уже можно посмотреть, что можно пройти, где срубить. Где-то что-то было здесь полезное. Да, сундук. Бомбочка. Во! Вот это уже поинтереснее. Это расходуемые предметы. Но это хотя бы понятно для чего, что это бомбочка. Ягодка восстанавливает жизнь. В принципе, тоже можно было подогадаться. А вот что делает голова? Пока непонятно. Ух ты, ё-моё. По-моему, я даже их, этот, оглушаю. Да. Я сбиваю их атаки. Вот это я понимаю. Понимаешь, меч уже решает. Не то, что там какая-то палка непонятная, а именно меч. Меч реально все затащил. Ну, тут явно какой-то будет сейчас секретик. Да, прям напрашивалось. А, это зелье для маны, скорее всего. Но у меня пока никакой магии нет, поэтому смысла в нем никакого нет. Но тут еще есть выход.
Самое главное, я сбиваю их атаки. Нижний лес. Это что такое? Ох ты, ё-моё. Отбивается. Засада. Петарда. 6 штук. Ух ты, едит твой налево, ничего себе. Офигеть. Зелье. Так. Что это было? Не понял сейчас момент. Огонь там был. Офигеть. Блин, это получается, мне надо будет обратно возвращаться сюда. Ну пошли. Ну там, конечно, жесткая засада. Они, кстати, получается, еще отлетают. Неплохо. Не, ну мне по-любому надо сейчас забрать свои кристаллики. Что дает все-таки голова? Все, я понял. Это просто типа эти кристаллы добавляются. Хорошо, тогда пусть будет петарда. Хорош. Петарда рулит. Так, это непонятно что. Не, ну тут, конечно, сейчас жестко. Пауки — это неприятный момент. То есть давайте мы пока сюда не пойдем. Тем более нам могилу героя мы посетили. Восточный лес, капитан стражи. Никак не отмечается, поэтому пойдемте. Ни в какой колокол я не звонил. Стражевой пост, кстати, 2. Пойдем пока назад. Я могу уже спокойно дальше пройти. Но опять-таки, бобочка тоже зарулила. Хорошо, но надо было подождать. Отлично. Хорош. Так, ну здесь я, получается, был наверху. Хотя, не знаю, может быть, там что-то было полезное, что я могу пересрубить. Нет, по-моему, получается, что ничего не могу здесь сделать. Здесь только было чисто вот это вот место. Хорошо, хорошо. Никаких других путей я не вижу. А там, по-моему, я, получается, был, да? Там просто тупо срез. Да, сторожевой пост 1. Других мест... А тут я был, кстати. О, босс. Отлично, капитан стражи. Бомбочками зарулил. Так, капитан стражи есть. Ну это как раз я дошел, получается, да? То есть, смотри, мы с вами прошли восточный лес, могилу героя, взяли меч и победили капитана стража. Хорошо, здесь колокол должен быть.
Угу. Еще одна лечилка. Хорош. А где колокол? Слышу шум прибоя. Да ладно. Чё, нет секретика? Ну и ладно. Так, бочки. Смысла разбивать их нет. Иду в неизвестность, в темноту. Восточная колоку... А, вот, кстати, и срез получается. Отлично. Позвонить? А, нужно будет ударить. Динг! То есть теперь мне нужно будет зажечь западный колок. Это старый дом, затопленный колодец, темная гробница, западный сад. Темная гробница, нужен фонарик с собой иметь. Допустим. Эти вообще с одного раза теперь уже летают. Так, подожди. Это ничего? Я думал, тут какой-то есть проход. А, проход есть, реально, ты смотри. Так, ну сундук, сундук. Есть засада? Нет засады. Что это? Опять-таки какой-то расходник. Нет, это не расходник, это что-то другое. А, не понял сейчас. Непонятно. Для чего это? И что это? Ага. А тут ничего и нет. Странно как-то. Ну ладно. Что-то нашел, а что нашел, непонятно. Не понял, а почему заново появились? Не должно как бы тут никого быть. Хорошо, пойдем туда пока сюда. Восточный лес. Мы там уже были. Хорош, с двух ударов. Отлично. Что это? О! Да ладно тебе. Я так понимаю, это как раз наша карта. Как позвонить в западный колокол, западный сад, темная гробница. Мы были с вами в восточном лесу. Горным вратам. Это мы сейчас верхний мир какой-то, да? А, ну, в принципе, получается, я на карте себя вижу. Да, вон он. Не показать, конечно, но... Возле непонятной серой головы. Наш лисенок. Вопрос в другом. Если... я куда-то буду двигаться.
Засранец попал по мне. Будет меняться положение? Да, мое положение меняется. Вот, отлично, слушайте, карта есть. Это уже супер. Здесь у нас получается короткий срез. Замечаю. Вот прям карты реально не хватало. Теперь хотя бы можно понять, куда нам с вами можно будет пройти. Так, смотри, здесь получается какой-то показывается секретик. Но я вроде как там был. Не точно, но вроде как был. Нет, где-то вот здесь вот. Сейчас, может быть, не здесь, но по карте прям где-то здесь должен быть проход вот сюда, вот к этому сундуку. А как он должен открыться, непонятно. Может быть, здесь надо что-то посадить, типа сюда надо поставить четвертый цветочек. Не, непонятно. Не ясно пока. Ладненько. Так, где мы с вами еще тут не были? Теперь это уже получается много мест, куда можно было сейчас сходить. Да, вот он, получается, сундук. Вот, кстати, проход. Еще одна непонятная, да? Так, это какой-то колодец. То ли туда надо что-то бросать. Так это старый дом. Ну, во-первых, пока подожди. Надо сейчас вот сюда вот загулять. Ага. Может быть, надо палкой ударить? Как вариант, да? Не, вообще без вариантов. Тогда непонятно. Чем-то должен я сделать, тогда, скорее всего, что-то откроется. Это же камертон. Ладно, пошли пока в старый дом. Ага, здесь нужен ключ. Ой, а почему палка-то у меня? Не, меч. Да, переключись на вот этого, дружка. О, отлично. Фух. Жестко, конечно, но справились. Ё-моё. Ну давай сюда иди. Он делает такой, получается, выпад еще, кстати. Ух ты, пипец, ты прям пуляешь. Ничего себе, засранец. Там еще один? А, их тут два. Да, он делает, смотри, раз, два, и выпад потом. Неплохо. Что здесь за обучение? Перекат, щит, мигание, незащищенность, неустойчивость, урон больше, уклонение, момент безопасности, уязвимость, входящий урон 100%, 150%, блок. Блок ставить нельзя, устойчивость обычная низкая, особенная техника есть, нету. Так, что у нас там по карте получается? Мне нужна карта. А, так.
Ага, а вот сокровища и инструменты. Меч, палка, щит. Замораживающая бомба. Кстати, может быть, это замораживающая бомба я взял? Обычная бомба, огненная бомба, ключи, фрукты, жгучий перец, плющ, копилка, приманка, золотая монета. А, вот такие листки, получается, увеличивают либо запас моего здоровья больше, волшебное зелье, волшебные предметы, святой крест, магия очки. Ладно, вернемся пока на карту. А, здесь почему-то какой-то вопросительный знак стоит. Почему? Может быть, вопросительным знаком помечается страница, которую можно будет взять? Ну, вроде такого я не замечал. Вот там морда лисенка нарисована. Здесь почему-то знаки вопросов стоят. Пока не ясно. Так, ладненько. А, еще один камертон, кстати, да? Ну, тут явно надо чем-то другим бить. Может, какая-то бита, не знаю, будет. Может быть, такой же камертон будет. Пока не ясно. Кстати, нужно заканчивать серию. Просто я хотел бы найти ключик от старой хижины. Так, ну это сами уже видели. Да, мы здесь же были, были. Да, какой-то там город. Ничего нету? Ну ладно. Пошли к мельнице тогда, получается. Еще один сундук. Угу. Вот, кстати, и еще один колокол. Но пошли пока в мельницу. Етит твой налево. А, купить за 300. За сотку. А, это какой-то магазин. А почему только один предмет? Не, ну 3 лечилочки это уже хорошо. У меня 138 пока нет. А есть что-нибудь еще? А, это тупичок. Не, ну пока тогда больше брать не буду. Ну, хотя бы нашли с вами магазин. Уже плюс. Так, с Гейштейна надо, получается, найти с вами ключ. Ключ по-любому надо найти. Но пока по карте у нас путь только один. Сюда. Да, опять-таки, еще третий камертон. Четвертый. А, смотри, у него щит, получается, есть. Ох ты, иди твой налево. Так, а ты его убил, получается, да? Отлично, молодец, спасибо, дружище. Щитом, друг, тоже опасный. Что у нас в пещерке? Опять-таки, какой-то непонятный проход. Ага, часть сундуков ограблена уже. Опять какой-то цветок. Что это такое?
Нет никакого объяснения. Бомбочки — это прям хорошо. Ну, в принципе, и все, да? Как-то помечается это место? А, ну, в принципе, стрелочка есть, да. Помечается. Так, этот там лазит, да? Попытаюсь его обойти. Это открывается? Не открывается. А, там записка есть. Засранец. Надо как-то наполнить воду. Так, а вот, в принципе, и ключ. Отлично. Какая-то непонятная крыса. Давай сделаем вот так вот. Класс, молодец. Дофига потратил бомб. Старый дом, да, отлично. Вот как раз с вами сходим в старый дом. Ёти твой налево. Ха-ха-ха, сходили в старый дом. Офигеть. Вот это, конечно, пушка. Ну, тут нужен явно щит. Ладно, вот такая вот игра. Прикольно, можно, в принципе, поиграть, но, к сожалению, на все времени не хватает. На сегодня у меня все, ребята, так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, в Яндекс.Дзен, Бусти. Все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр, увидимся в следующих играх. Всем удачи, ребята, всем пока.